Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Nokia 5.4 сбросить настройки камеры. Заходим в камеру. Далее нажимаем сюда. Попадаем в настройки. И давайте выключим абсолютно все. После чего нажимаем восстановление заводских настроек. Окей. Нам снова показывают, что GPS выключен. Заходим в настройки. Как видите, все то, что мы только что выключили, вновь включено. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!